Приветствую вас, зрители своего канала. В общем, вода закипела. Тут у нас 800 грамм воды. Вот такая кружка. 700 грамм. И плюс я еще добавил. Суп из пакета. Сейчас сюда его положу. Перемешаем все. Можно, конечно, сюда покрошить картошки, но я вот пока вот именно так сделаю. В следующем, конечно, я, скорее всего, покрошу картошки. Можно лука добавить. Допустим, если есть грибочки, можно и грибочков. В данном случае лисичек положить. Так, что-то тут такое. Пена побежала. Пока не буду снимать пену. Видео о том, как приготовить суп из пакета в отпуске. В данный момент у нас суп быстрого приготовления 60 грамм, 4 порции, грибной и вермишелевый. Больше всего лучше грибной или рассольник, или куриный. Вот три таких самых супа вам рекомендую, потому что самому больше нравится. Нравится борщ, свекольник. Вот харчо, кстати, тоже неплохой. Так, что у нас здесь входит в состав? Получается, нет, способ приготовления, да? А, это Subway. Так, способ приготовления. Содержимое пакета высыпать в 0,8 литра. Интересно, так пишут. 3,5-4 стакана кипящей воды. Ну, правильно, у кого-то стакан там 300 грамм, у кого-то 200, у кого-то 350. В общем, где-то 800 грамм или литр воды. Я сюда 800 поставил. Так, содержимое пакета высыпать в 0,8 литров кипящей воды. Перемешать, довести до кипения. Ну, оно уже сразу закипело. Варить 10-12 минут на слабом огне. Но у нас не слабый огонь, тут у нас огонь получается сильный, поэтому давайте тогда на единичку поставлю, хотя сильный. Я сейчас буду смотреть по приготовлению вермишели, потому что, а нет, кстати, он уменьшился, на единичку поставил, и огонек стал меньше. Там посмотри, идет запись. Я нажал, да, чуть не могу. Пошла, не пошла. Сейчас прочитаю вам состав. Так, вермишель из пшеничной муки, мука пшеничная, вода, вкусо-ароматическая добавка, грибы, что в нее входит, соль, натуральный и идентичные натуральным ароматические вещества, декстроза, кстати, вот декстрозу я не знаю, что такое, специи. Зелень, сушеный перец, черный молотый, усилитель вкуса и аромата, глутамат натрия, натрия, гуанилат натрия, краситель входит, сахарный колер, четвертый, овощи, лук репчатый, морковь, петрушка, вот. Все лучшие ингредиенты. Соль, масло растительное, пальмовое. Однако. Усилитель вкуса и аромата. Глутамат натрия. Пряности. Куркума и перец черный.
молотые. Продукт содержит глютен. Возможно присутствие следов сои. Сои, кстати, это нормально. Сою надо есть. Синдерея. Синдерей тоже полезный. От сахарного диабета, так скажем. Яиц. Яйки тоже хорошо дело. Белок. Так, продуктов переработки молока. Ну, тут может быть простокваша или сыворотка. Мне вот очень нравится сыворотка. Надо сходить, наверное, купить сыворотки. Хотя она очень редко бывает. Так, пищевая ценность. Может, все есть. Так, пищевая ценность. Среднее значение на 100 грамм продукта. Белка 9 грамм, жиров 4, углевода 59 грамм. Энергетическая ценность. Калорийность на 100 грамм продукта. 1300 килоджоулей. 310 килокалорий. 310 это на 100 грамм. Здесь 60. Получается где-то, ну пусть даже 200 или 180 будет, да? То есть в пакете 60 грамм, а на 100 грамм продукта 310 килокалорий. Значит, где-то 180 калорий. А мы ходили пешком, я смотрел по телефону, сжигали по 2300 килокалорий. В день бывало сжигали. Да, кстати, вот маленький огонек все-таки делается, плита работает, рабочая. Вермишелька стала подходить. Вермишелька подходит. Сейчас посмотрим это дело. А, это кресло такое. Так, можно добавить туда сметанку немножко. А я добавлю туда майонеза. Может, сметанку я и так полбанки съел, 200 грамм. У меня сегодня 8 день живота получается. Буду сегодня есть и записывать видео и выкладывать их вам. 10-12 минут варить на слабом огне. Кстати, где делается продукт? Делается в Российской Федерации, Московская область, город Лосино-Петровский, улица Первомайская. Дом 1, СТР 15. СТР строение 15. Да? Ну, в общем, вот такое дело. Любочки лисички, конечно. А, нет, опята тут у нас нарисованы. Все это пустое дело. Пену, кстати, я не снимал никакую. Хотя, в принципе, можно не снять. Ну ладно, я сейчас поварю. Потом, скорее всего, вот эту вот всю пену-то сейчас поварится. И пенку-то потом уберу. Пускай варится. 12 минут. Уже сколько у нас прошло? Минуток. У нас уже 8,5 минут варится. Сейчас еще тогда 4 минуты. Так, плиту я переключил на двоечку. Прошло у нас еще 4 минуты. Смотрите, суп дошел до готовности. Сейчас единственное троечку включу. Сейчас он пусть хорошенько прокипит, а тогда пенку с него сниму. И вот чумичку уже поставил. Ложку майонеза туда положил. Сейчас попробуем это дело. Такой хороший, добротный супец. Попробуем его, конечно, дело. В отпуске самое то. Очень быстро. Очень быстро. Вкусненько, но не питательно. Не питательно. Надо было даже первую, да, наверное, пену снять. Напишите лучше, как мне в следующий раз первую пену снимать или вот все-таки в конце. Вот тут какая-то. Непонятная пена. Непонятная. Так. Ну все. Вкусно.
наш готов. Можно выключать. Все, прокипел. Сейчас половник так вот небольшой возьму. Чисто так скажем. Поем, а то скажете, что приготовил, а сам не поел, может выбросил или там еще. Нет, сучец этот самый. Водички. А, это самое то водички. Все. Аккумулятор у меня снова садится. Потому что записываю ролики, и ролик грузится, тоже аккумулятор много требует. Да, обычный суп из пачки. Значит, они все такие. Единственное, надо кастрюльку снять, ребят, знаете почему? А то будет именно каша. Будет именно каша. А не суп. В общем, самое то 10 минут его варить, 10-12, да. Больше не надо, а то макароны они уже потом уже в кашу превращаются. Вкусняцкий какой. Водичка надо только разбавить, только. Горячая что-то. Вода, кстати, нормальная. Покупная вода. Не кипяченая, конечно, что ее. Зато живая. Живой воды добавил в суп. Все самое то. Снятина какая. Еще хлебушка, картошечки можно вареные отварить, положить. Или так есть, и все. И будете наедаться. Перед этим я еще по пачке сметаны съел. 3 яйца выпил. И супом я наем все. Ладно, все. Буду сейчас доедать свой суп. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии.